проекты, как яркие сюжеты, пополняют копилку заслуг жителей Подмосковья. С каждым годом их количество растет, а самые заметные получают премию губернатора Московской области. Мне очень приятно, что премия стала традиционной. Мне очень приятно, что, несмотря на годы, количество участников не уменьшается. Мне очень приятно, что инициатива есть в самых разных сферах. И молодежная политика, и патриотизм, экология. Все, что касается жизни человека. Это помощь старшему поколению. Я хочу искренне поблагодарить все те 300 тысяч человек, которые за все это время приняли участие в конкурсе. И, похоже, останавливаться не планируют. В этом году главный приз достался самой юной участнице из Балашихи за продвижение волонтерства среди молодежи. Победителями также стали проект «Дорожные новости» от Орехова-Зуева и красногорский проект «Добрососедство». А вот Одинцовский округ выбился в лидеры по количеству лауреатов. В этот раз их 74. Всего на конкурс жители нашего округа подали более 2500 заявок и презентовали 446 социальных инициатив. Я уверен, что все люди, которые участвуют в этой премии, они участвуют по зову сердца, по велению души и точно не за деньги, а потому что есть такая потребность, потому что они активны, неравнодушны, щедрые душой, как сказала сегодня Оксана Пушкина, люди, которые объединяются в сообщество, которые сами могут реализовывать какие-то проекты и в экологии, и в благоустройстве двора, и в поддержке инвалидов, детей инвалидов. А побеждает наш округ каждый год. Вот и в этот раз без премии не остались. В номинации «Творчество и духовное наследие» пальму первенства взял Звенигородский театр «Серебряные крылья». Причем уже в третий раз. Проект сообщества родителей Одинцовского района «Родительский патруль» стал победителем в номинации «Волонтерство и благотворительность». Это замечательная возможность рассказать о своих проектах, о своих достижениях, поделиться, наверное, теми какими-то позитивными наработками, которые есть у людей, и услышать что-то новое у своих коллег. Один из коллег, Георгий Маштаков, тоже лауреат этого года. Он автор 9 очерков, тираж 900 тысяч экземпляров. С каждым героем общается лично и пишет о них свои истории. Об участниках Великой Отечественной войны, о ветеранах ракетных войск, о детях войны, о блокадниках Ленинграда, о людях в наше время достойных того, чтобы о них написать. Все лауреаты по-своему уникальны. Кого-то из них выделить очень сложно, поскольку каждый проект из них уникален, по-своему значим и очень интересен для нашего округа. Об этом Маргарита знает не понаслышке. Она курирует премию уже 4 года. За это время в проектную деятельность вовлечено около 20 тысяч одинцовцев. Благодаря ей от округа подано наибольшее число заявок, за что и удостоилась премии лучшего куратора муниципалитета. Хочу пожелать всем жителям нашего Подмосковья не стесняться и рассказывать о своих проектах и идеях людям. Премия «Наше Подмосковье» прошла уже в 7-й раз. Все лауреаты получили по 189 тысяч рублей на развитие своих проектов. Из года в год энтузиазм участников не угасает. Проекты становятся все ярче и интереснее, человечнее и масштабнее. И все на благо родного Подмосковья. Влада Шишова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».